В работе 34-й сессии Совета народных депутатов приняли участие глава Кашхабского района Заур Хамирзов, исполняющий обязанности прокурора Кашхабского района Азамат Аутлев, заместители главы района, главы сельских поселений. С отчетом о деятельности контрольно-счетной палаты за 2015 год выступила председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования Кашхабский район Светлана Ворокова. Работа контрольно-счетной палаты нацелена не только на выявление нарушений, но и на практическую помощь и профилактику нарушений. Это занимает так, достаточно конкретное время при входе проверки. Контроль за соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, контроль за соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения отчета об исполнении местного бюджета. В качестве важной особенности деятельности в 2015 году следует отметить расширение и повышение эффективности взаимодействия со всеми органами местного самоуправления, что способствовало формированию совместных решений, в первую очередь, по повышению результативности работы в сфере устранения выявленных нарушений и совершенствования нормативно-правового регулирования бюджетного процесса. В отчетном периоде контрольно-счетной палаты при осуществлении контроля соблюдения требований действующего законодательства в ходе исполнения бюджета продолжено информационное взаимодействие с Управлением Федерального казначейства по Республике Адыгея в рамках заключенного соглашения о взаимодействии от 15 апреля 2013 года. Далее, в соответствии со статьей 11 положения контрольно-счетной палаты, контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно. Работа контрольно-счетной палаты в 2015 году осуществлялась на основе плана работы, утвержденного приказом председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования от 12 января 2015 года. Одним из важных вопросов, рассмотренных на сессии, стал вопрос об исполнении бюджета района за 2015 год. Настоящим проектом решения предлагается утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования Кашхабский район за 2015 год по доходам в сумме 490 915 471 рубль 89 копеек, по расходам в сумме 517 920 765 рублей 24 копейки, с превышением расходов над доходами в сумме 26 505 293 рубля 35 копеек. Исполнение консолидированного бюджета муниципального образования Кашхабский район, как я уже говорил, по доходам составило 527 909 тысяч рублей. На районном уровне это исполнение составило 490 915 тысяч рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 93 271 500 рублей, безвозмездные поступления 397 644 000 рублей, из которых безвозмездные поступления из республиканского бюджета Республики Адыгея составили 396 692 500 рублей. Что касается исполнения по налоговым и неналоговым доходам, то на районном уровне при уточненном плане на 15 год равном 92 953 500 рублей, исполнение составило 93 271 500 рублей, или 103% к плановым показателям. Аслан Дагужеев также проинформировал присутствующих об исполнении бюджета района за первый квартал 2016 года. Настоящим предлагается утвердить исполнение бюджета муниципального образования за первый квартал 2016 года по доходам в сумме 97 404 262 рубля 39 копеек. По расходам в сумме 94 427 803 рубля 72 копейки, с превышением доходов над расходами в сумме 2 976 458 рублей 67 копеек. Вкратце об исполнении. Исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам в первом квартале при уточненном плане равно 18 065 900 000, составило 18 760 080 000 рублей, или 103,8%. Исполнение бюджета в сельских поселениях в первом квартале при плане 7 924 100 000, составило 8 611 100 000, или 108,7%. На сессии были рассмотрены и другие вопросы. Вопрос о внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабский район от 23 декабря 2014 года номер 95 о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе муниципального образования Кашхабский район. Вопрос о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Кашхабский район. Дополнительный вопрос.
вопрос о внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабский район номер 267-3 от 18 декабря 2015 года о бюджете муниципального образования на 2016 год. По этим всем вопросам были вынесены соответствующие решения.